Всем привет, ребят, с вами, как всегда, я Спят. И сегодня мы играем в Стандо. Как вы все просили, то есть никто не просил, я снял Стандо. Вот вам мой инвентарь, кто хочет посмотреть, так смотрите. Короче. Я в Стандо не очень как-то долго, до 101 часов. Посмотрите, там мало убийства и смертей, то понятно, что это. Как что, да. Ну, давайте сегодня поиграем в Давайте. Не знаю. Сейчас обезумно. Ну и играл там несколько раз больше. Непонятно. Да, спутаться, да, типа, ничего, короче. Вот она спутается. Ребята, и сейчас до безумия никто не хочет играть, поэтому... Ладно, союзники поиграем. Хотя я уже давно не тренировался, потому что я в эту игру почти что не играю, почти что. Что я сейчас сказал? Я в эту игру почти что не играю, почти что. Байлон. Мне кажется, вам это что там здесь есть? Ну, бокстрик это что-то. Ну, как я снял Critical Ops, вам как-то не понравилось. Ну, не знаю, наверное, что тут вам понравится. Короче, ребят, мне выкинуло из командного боя. То есть из союзников. Но они просто не делают, как бы я уже 2 раза 3 раза сделал, а не делаю. Ну, наверное, надо в командный бой тогда идти. Закатки бомбы все равно нет смысла идти туда. Давай. Ребят, хотя бы зашел в снайпер бас, как что. Ну, это хотя бы лучше, чем ничего, просто она даже закатку бомбы. В командный бой не заходила. Короче, вот я подключился. Ну, я как всегда играю в 3 пальца. Надеюсь, мой скин будет хорош, как и в FPS. Надеюсь. Так, это погодите, вот сюда поставлю на всякий, пожалуй. Помоги, что. М40 я так себе играю. И это правда. Да блин. Я тоже так себе играю. Ну, не могу что-то делать. Так. Блин, курово стал скупо. Я не могу понять, что это за кулак, значит. Скажите, да, в комментариях, что это кулак в кинг-виде. Я никогда не понимаю, что это за кулак в кинг-виде. Не знаю. Ну, проявляю вот тут. Я хочу, что это означает. Я правда не знаю. Кто напишет, того закреплю. Реально, кто напишет правильно, того закреплю. Если есть про по стандофу на моем канале. Никого? А потом кто-то есть. О, блин. Мне кажется, как сюда. Опа, блин.
купить этот курок. Ну что это за курок, блин, я не понимаю. Блин, музыка так раздражает. Ха, 7 кюров, 6 пяти. Я даже себя чувствую нубом после этого. О, ребят, еще зон опять снайпер класс. Ну ладно. Ну хотел бы на Санстуне. Даже попробуем пробовать этой карты. Я буду в это есть, так его. В общем, я уже так отсюда, что надо покупать. Опа. Попал с кем. У меня есть одна идейка такая. Сейчас покажу вам. Так, я думаю, должен быть сюда идти. Подняться вот так. Сюда. Все. Блин. Как сюда? Муха всем на портате. Не важно, как. Главное, что. Так. Да блин, как он понял? Это как будто вообще манся. Ха, мы девочки роботы. Вот да, на гонке. Ребят, и давайте пойдем еще в гонку вооружений. Ну так, просто так. Блин, ну сколько я не сдала, но не заходит просто. Ребят, кроме снайпер-баста, ничего не заходит. Ни в садик, ни в комат, ни экскавация. Ни в коматный бой. Только снайпер-баст. И туда же в дуэль не заходит. Туда даже на тренировку не зайдет. Ну, такие дела. Ну, давайте. Пошли быстренько. Только надо сюда забраться. Типичный мой пинцель.
буду обосраться. Блин, то самое чувство. Не могу описать эту боль. Солнце. Блин, я потом что он еще жив. Че? Вы видели это? Я хочу так попробовать. Так. Блин. Вот тут прикольное местечко. Ну, я не мог прицелиться пока. Если, чтобы он остановился, я прицелился. Тем более потом спасибо скажу. А когда я пробовал, у них не было тепла. Теперь есть у них тепло? Да что они кинут? Сколько они кинут? 8. Опять. Короче, ребята, на этом все. Как что, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну, с вами был, как всегда, я Спел. И всем пока-пока.